вами «Апостроф ТВ». Сегодня у нас в гостях украинский прокурор, старший группы по экономическим преступлениям Виктора Януковича в ГПУ Константин Кулик. Константин, здравствуйте. Добрый день. В последнее время вокруг вас в прессе начинает стойко закрепляться какой-то орел скандальности. С очень многими темами с вас связывают. Поэтому хотелось бы непосредственно у вас узнать, как на самом происходят дела и в Генеральной прокуратуре, и с так называемым «Украина-гейт», и, в принципе, по делам Януковича, которыми вы занимались в и пока продолжаете заниматься в Генеральной прокуратуре Украины. Начать предлагаю все-таки с темы международной, потому что именно с этой темы началась более часто вспоминаться ваша фамилия в прессе. В частности, вот заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент даже назвал, что вы непосредственно повлияли на отставку экс-посла уже США в Украине, Марии Иванович. Насколько эта информация соответствует действительности? Какова ваша роль и участие в ее отставке? Да, ну спасибо, что пригласили. Я думаю, настало время объяснить, что происходит. Но с одной стороны, все очень просто, а с другой стороны, непонятно, как с этой ситуацией будут все выходить. Насчет вашего вопроса по послу по Кенту, по заявлениям в Конгрессе. Я, честно говоря, не видел таких заявлений, что именно я повлиял на отставку Ивановича, я слабо представляю, как я мог бы повлиять на ее отставку. Поэтому тут я не могу прокомментировать, это надо уточнять у Кента. С Кентом я лично не встречался, поэтому как говорят, с Ивановичем тоже лично не встречался. Дыма без огня не бывает, в то же время, вот, например, Ройтерс пишет, что вы встречались с адвокатом Руди Джулиани, адвокатом Трампа. А встречались ли? Какой предмет вашего общения был? Сложно мне опять же прокомментировать, потому что, ну, вроде как написал, кто там написал, Washington Post, или, по-моему, написал. Или за New York Times, или где New York вы тоже фигурировали. Я не помню, кто написал. Я с этими журналистами общаюсь из New York Times, из Washington Post, из CRP. Я уже с ними со всеми общаюсь с весны. В принципе, ни одного интервью, которое я проговариваю с ними, оно не вышло. Потому что я им объясняю, чем я занимаюсь, объясняю понятные вещи, и они их не считают нужным писать, оно с чем-то у них там не совпадает. Что спрашивают? По поводу этой публикации, то, что вы назвали по встрече с Джулиани, я ее в глаза не видел, Джулиани. И это, скорее всего, встреча имелась в виду Джулиани с Холодницким, потому что этот факт известен. Я думаю, что просто перепутали фамилию. Но так как они уже уподобились желтой прессе, они пишут, что я уволен, пишут, что я встречался с Джулиани. Ну, вроде серьезная газета, пишет шпана какая-то. То есть вы с Джулиани не знакомы, с ним не виделись? Да нет, конечно. С Львом Парнасом и Игорем тоже Фурманом? Нет. Это, я понимаю, это формат общения Юры Витальевича был. То есть вы просто пошли как в связке, ваша фамилия упоминалась, но ваша встреча с ними не была? Моя фамилия изначально вообще не упоминалась. Я так понимаю, что позиции стороне демократов нужен был какой-то повод, какой-то скандал для того, чтобы пойти на опережение, сбить возможность организовать расследование определенных событий в Украине. И с этой целью они затеяли этот скандал. Ну, просто сначала они затеяли, ударили по первым лицам, это Луценко, там, ну, те, которые занимают важные посты у нас и в Америке. А потом поняли же к осени уже, что весь... что еще в марте я предъявил подозрение Злачевскому, и там этот весь фактаж был выписан. Какой импичмент Трампу, какие звонки Зеленскому, если в марте это уже было все прописано? Кого надо было заставлять что-то делать, если оно уже было сделано? Это было объявлено, это все было вручено Пидозу. Злачевский до сих пор в розыске находится. Uh-huh. А тот же Джордж Кент... То есть тут идет серьезное перекручивание информации на уровне вот первых мировых СМИ. Это интересный и важный момент. Тот же Джордж Кент, который связывает вас с отставкой Марии Ивановича, также в своем выступлении сказал, что некоторые коррумпированные украинские чиновники препятствовали проведению посольством антикоррупционной политики в Украине. Ну, это же не я, причем тут я коррумпированный чиновник. Возможно, вы знаете, о каких коррумпированных чиновниках идет речь. Кента. По поводу Кента, это вообще очень интересный вопрос. Какие коррумпированные чиновники могли помещать Кенту, если он непосредственно, то, что я могу говорить, то с чем мы столкнулись. Он непосредственно курировал НАБУ. И у нас даже было пересечение по одному делу, где наш свидетель по делу передавал нам информацию, где он принимал участие в расследовании, которое проводило НАБУ. Это дело касалось легализации угля. Вы знаете, как легализируется уголь? Уголь, который везется с оккупированной территории или с России. Завозится через другую территорию, нет? Он коксуется, и в процессе коксировки теряется его свойство. Непонятно, с какого бассейна он взят. Вот. Потом он продается на заводы
как он, господи, называется золотом? Митас Миллер, индуса. Допустим. Да. Вот. Заводы в Украине, заводы в Европе. И это очень серьезная тема. И я думаю, что Кен бы лучше рассказал за эту ситуацию. Потому что я точно знаю, что в этой истории была возможность ликвидировать группировку коррупционеров в Украине достаточно очень высокого уровня. На этой цели были потрачены с потерей 2,5 миллиона долларов заявителям своих. Проводилось негласные следственные действия, потому что так получилось, что мы их видели, эти негласные следственные действия. В результате была дана команда отбой, куча коррупционеров осталась на свободе. Что с этим делом НАБУ неизвестно. А схема легализации угля как шла, так и идет. В принципе, я могу рассказать более детально, но, наверное, не нужно. Поэтому заявление кем-то о том, что какие-то коррумпированные чиновники мешали ему бороться с коррупцией здесь, я бы зеркально наоборот сказал. Что это он мешал бороться нам. Это очень громкое заявление. Ну, у меня есть доказательства. А вы кому-то предъявляете обязательства? Я эту ситуацию докладывал Луценко, он знает эту ситуацию тоже. Мало того, там Уваров... Какая реакция с его стороны была? Да, было возбуждено дело, было поручено процессуальному руководству Уварову. Тогда это была такая история. Отдельная глава уже вашей биографии. Это досье или дело на Хантера Байдена, которое облетело, в принципе, все мировые СМИ, в частности. Этому была посвящена даже отдельная статья на The New York Times. Расскажите, пожалуйста, было ли все-таки это семистраничное, как говорят, англоязычное досье? Опять же, это не то интервью, которое я давал, это было просто позиция New York Times. Вообще для меня непонятно и содержащая, опять же, кучу ложной информации. Я уже думаю, по этому поводу уже с адвокатами обсуждал, есть возможность подать иски, повыигрывать у них дела в отношении них в судах за то, что они расплачивают за неправдивую информацию. А какие у вас есть доказательства? Есть запись разговора или... Ну вышло интервью, в котором написано неправдивая информация. Какие надо доказательства? Они должны доказать, что я что-то делал или я что-то не делал. Ну, вы серьезно намерены с ними судиться? Ну, у нас есть проекты исков. Даже так? Конечно. То есть, в принципе, можно сказать, что в этом году вы можете... Почему, да. Почему я поручил там адвокатам этим заниматься? Потому что оно влияет на ход того расследования, которое я провожу. Если бы оно не влияло, написали статью и написали. Тут постоянно кто-то что-то пишет. В данном случае они влияют, потому что это все элементы кампании по давлению на расследование. Потому что это международная коррупция, это международная преступность. Ее можно расследовать только путем создания международной следственной группы. И вот сейчас принимаются меры всевозможные для того, чтобы дискредитировать, для того, чтобы дать возможность создать такую группу. Вот. Хорошо, если не брать во внимание... Я даже больше скажу, что Луценко вот эти два года, он занимался тем, что он пытался эту группу создать. Когда стало понятно, что через посольство это сделать не удастся, он уже начал какие-то другие механизмы искать, какие-то пути. Вот это вылилось в то, что сейчас. А цель была благая — создать международную следственную группу. Если не брать во внимание тот факт, что там The New York Times или Washington Post опубликовали какую-то неправдивую информацию, в целом есть вообще вот такой некий документ на Байдена, и причастны ли вы к нему? Готовилось ли вами такое досье? Давайте я, может, в двух словах объясню, чем мы занимаемся, чтобы было просто понятно, потому что вопросы у вас из контекста будут вырывать все. Смотрите, есть... В 2014 году была поставлена задача организовать расследование в отношении деятельности Януковича. Было создано, так, как бы сказать, три группы основные, которые занимались. Это вот занимался Серега Горбатюк, это преступление на Майдане, преступление против личности. Я занимался преступлением против экономики вместе с другими прокурорами и следователями. Просто в итоге на сегодняшний день я уже остался как ведущий. И была еще третья категория, это его госизмена, то, что пошло в Оболонский суд, там, где приговор вынесен. Вот. Значит, я могу отвечать за то, что я собрал в ходе расследования вот, экономического блока. Это 4000 томов. На сегодняшний день занимаются ими вот 6 человек. Потому что это реорганизация, она просто уничтожила все. Мы тут дотягиваем как можем. Значит... Что нам удалось установить? Удалось установить, что в 2010 году, да, когда Янукович приходит к власти, он уже приходит как руководитель группировки.
и начинает создавать, используя служебное полномочие, начинает создавать уже преступную организацию. Он туда какие-то преступные группировки уничтожает, какие-то преступные группировки поглощает, находит компромисс, в общем, создается организация. Вы видели это все в СМИ, это все описывалось, всегда это было. Просто мы это уже обложили доказательствами. И расследуя деятельность этих группировок, в чем у них есть особенность? Они совершали преступления по предварительному сговору. То есть одна группа, вот, например, рынка скрапанного газа, где совершала хищение группа Курченко. Мы ее сначала, когда раскрыли это преступление, оказалось, что Курченко с этого преступления не получил все 2 миллиарда, а получил там третью часть. И когда начали разбираться, вышли на то, что еще действовала группировка Фирташа там, и мы тоже начали предъявлять подозрения им, и, в принципе, это преступление раскрыто. То есть им для совершения преступления нужна была предварительный сговор. Вот. Точно так же у них был сговор на выведение денег с Украины. В Прибалтике существовала система моек, основными, где были банки. Им задача была с Украины вывести деньги, завести на корсчета банков прибалтийских. Uh-huh. Это был один этап легализации денег. И в результате на корсчетах латвийских банков смешивались деньги разных организаций, разных группировок. И потом по указанию уже бенефициаров ситуации, которые там руководители, лица с окружения Януковича, эти деньги уже тратились на какие-то ихние цели. И это тогда считалось, что это достаточно схема, эта схема достаточна для того, чтобы скрыть легализацию. Сегодня это уже есть механизм ее развязывания, мы это все развязываем. Вот, поэтому ситуация, как связана ситуация с Буризмой? С Буризмой это уже легализация денег, которые были получены во втором звене, когда деньги уже выходили с корсчетов латвийских банков. Да. Это помимо тех дел, которые в НАБУ связаны там, с лицензиями, незаконными. Вообще дело Буризмы есть? Отдельное дело? Есть дело в отношении Злачевского. И ему вменено в подозрение, да, там компании. Есть Буризма. Да. Конкретно к Байдену Хайнтеру есть там какие-то обвинения или в чем его обвиняют? Там нет, обвинений Байдена Хантеру нет. И у нас ситуация, которая может касаться Байдена Хантера, и то, что в СМИ это все рассказывают. Да. У нас ситуация связана с следующим. Деньги, которые в описанный мной способ зашли на Буризму через две компании, Verilogic и Digitex. Uh-huh. Они имели незаконное происхождение. Этими двумя компаниями управлял такой человек по фамилии Пос. Это человек с окружения Тараса Козака. И деньги, которые... Депутата. Ну да, это те каналы, которые по мне здесь, да, тут устроили компанию. И деньги, которые зашли на Буризму, имеют незаконное происхождение. И дальше, по данным наших, как бы сказать, партнеров с Прибалтики, из Кипра, деньги, которые зашли в такой способ, были перечислены на счета четырех лиц. Это вот Хантер Байден, Квасневский и же с ними. Арчер. Незаконно перечислены или в этом деньги не было? Перечислены, которые имеют незаконное происхождение. Мы обязаны проверить версию, легализацию этих денег. Угу. Это, например, как вот, да. Ну, в любом другом случае, вот, например, как мы проверяли дело по... точно такой же механизм, точно такая же методология дела по Бакулину. Деньги с вышек ушли, перебились, легализировались на счетах. После этого были отправлены на счета его детей, мы их там арестовали, Бакулина отправили в суд. Кстати, правда, что сегодня группа прокуроров передала обвинительный акт в отношении... Ну, не сегодня передали, да, в понедельник. И какие перспективы, почему им только сейчас передали, получается? Ну, закончили адвокаты ознакомление. Угу. Перспективы какие этого дела? Будет судебное рассмотрение. Но я считаю, что там достаточно доказательств. Самое основное, это мы ждали, когда подтвердится его корыстный мотив. Мы его подтвердили тем, что мы отследили деньги, которые зашли на счета его детей в Швейцарии. Там порядка 40 миллионов. Они арестованы. Угу. И увидели. А в отношении дела, в котором фигурирует также, кроме всего прочего, компания Буризма, о какой сумме там вообще идет речь? Смотрите, еще, чтобы было корректно. Да. Есть эпизод, связанный с подозрением Злачевского. Да. Злачевскому инкриминируется участие в двух преступлениях, совершенных в составе преступной организации. Это соучастие в хищении 800 миллионов гривен совместно с Курченко в Реалбанке, это деньги стаб-кредита Нацбанка, где он как заставу дал свою херсонскую нефтеперевалку, выставил. И в этот же период Курченко покупает у него за
эту Тухчинскую нефтеперевалку. Это уже элемент легализации. Вот ему первое — это участие в хищении денег, стоп-кредитов в сумме 800 миллионов гривен. Второе — это легализация денег, в том числе с использованием Буризма. То есть 800 миллионов – это минимум. Речь идет о более даже глобальных суммах. Ну, я думаю, да. А еще одно громкое дело, с которым вас часто связывают и интересует, как идет ход дела, это спецконфискация по делу Пщика Януковича. А как сейчас происходит расследование в этом деле? Какие там есть новости и подробности? Значит, в двух словах. Вот та схема легализации денег через прибалтийские банки, то, что я рассказал. Спецконфискация произошла благодаря тому, что мы отследили деньги, которые упали на 23 компании, которые аффилированы с Арбузом. Причем аффилированы, они открыты на работников банка Арбузова. Они все управляют с одного IP-адреса, они все вместе с Арбузовым переехали в Москву. Что такое 1,5 миллиарда гривен? Чтобы вы понимали, это, ну, может, сегодня там эксклюзив скажу, уже, потому что уже, в принципе, нет смысла. Мы уже дальше продвинулись. Значит, 1,5 миллиарда гривен – это общак. Общак, там есть деньги Арбузова, это 300 миллионов гривен, 300 миллионов долларов. Там есть деньги Саши Януковича, это где-то порядка 30 миллионов долларов. Там есть деньги Иванющенко, порядка 800 миллионов долларов, остальные все клюевские. Ну, группы клюевых, скажем так. Не будем говорить Иванющенко, будем говорить окружение Иванющенко, окружение клюевых. Вот, поэтому это общак. Как эти деньги оказались на счетах 23 компаний Арбузова, это только, опять же, по предварительному сговору они сговорились, заводим деньги, которые вывели с Украины, покупаем облигации внутреннего государственного займа, которые Арбузов и выпустил. Вот, в принципе, что такое 1,5 миллиарда. Они в одно время, да, эти суммы появились на счетах? Да, это вот. Мало того, вам скажу, вот эта легализация 1,5 миллиарда долларов путем покупки облигаций внутреннего государственного долга Украины, она тесно связана и с покупкой, с легализацией денег 7,4 миллиарда долларов внешнего государственного долга, который тогда выкупил в инвестиционный фонд Франклин Темплтон в интересах клиентов. Я подозреваю, что клиенты те же самые, условно. Ух ты. Поэтому это все тесно связано, и Луценко 2 года пытался, я ему эту ситуацию докладывал, доказательства показывал, и он 2 года пытался заблокировать выплату внешнего долга, чтобы они не шли фигурантом. Потому что сейчас что происходит? Сейчас мы берем деньги МВФ для того, чтобы выплачивать деньги фигурантам. Полный бред происходит. Хорошо, при нынешнем руководстве что сейчас происходит с этим? Ничего вообще не происходит. Заканчиваем следствие и все. Я бы сразу хочу, вот, чтобы интриг никакой не было, у меня нет никакого желания переходить в офис прокурора и там работать. Все, но что с ней происходит. Вы на аттестацию не пошли, собственно, ну, это уже значит, что вы и не пойдете. Ну, во-первых, она не конституционная, абсолютно не конституционное решение об этой аттестации. Я не обязан там участвовать, если оно не конституционное. Я уже такое проходил в эти моменты. А что там неконституционного? Я знаю, что вот нам в интервью Руслан Рябошапка говорил о том, что там, в принципе, все по закону. И если там многих прокуроров не устраивает того, что могут там какие-то писать, не знаю, сообщения, да, анонимного характера, то в этом нет никакого преступления. Вот ваша позиция по этому поводу? Моя позиция. Вы должны понимать, что такое по закону. Это игра слов. Потому что закон, он еще должен соответствовать Конституции. Это, например, как закон о люстрации. Как закон там, о незаконном сбогачении. В какой-то момент наступает когда-то момент, когда либо Конституционный суд Украины, либо ЕСПЧ говорит о том, что это незаконный закон у вас, который нарушает права человека. Значит, он незаконный. Вот. Это время просто оно должно когда-то прийти. Мое отношение к этой ситуации, с учетом моего опыта работы в прокуратуре и расследование дела, честно, мне очень сложно как-то квалифицировать действия, когда Генпрокуратура берет деньги у иностранной организации на проведение конкурса, в результате которого будет сокращена за долги изначально определенное количество людей в условиях, когда у нас завал преступности. То есть раньше это называлось диверсия. Ну, подождем, придет время, посмотрим, кто как квалифицирует. Вот это мое отношение к этой ситуации. Но по вашему мнению, разве не пришло время реорганизировать в то же время
Генеральную прокуратуру. Ну, правильно. Реорганизировать, конечно, можно в любое время Генеральную прокуратуру. Только это не должно никак влиять на ход расследования дел. Должен быть четкий план, какие дела, как мы передаем. Если... Во-первых, надо проводить собеседование. Его надо проводить, смотреть, кто из сотрудников прокуратуры что вообще умеет делать. Потому что куча людей работает, которые не умеют ничего делать. Они числятся. Куча людей умеет что-то делать в прокуратуре. Надо сначала понять, кто что умеет делать. Потом посмотреть, насколько этот человек... проверить его на доброчестность. Вопросов нету. Только проверять надо тех, кто что-то делает. Если мы берем прокурора Иванова, и он за 3 года ни одного дела в суд не направил, то можно просто сразу переаттестовывать и выгонять. А если он сидел и работал, таких куча людей, чтобы понимали, рабочих прокуроров. Они сидели и работали, вот они пошли, ну не сдал человек тест. Тест не ответил он из-за этого служебного коня. Ну какое отношение имеет, если он специализирован на расследовании какого-то дела, или он специализирован на поддержании государственного обвинения? Зачем ему эти тесты? Он должен выполнять поставленную ему задачу. Узкоспециализированно. Вы генпрокурору свои опасения озвучивали относительно переаттестации? Нет, не озвучил. Почему? У вас был вообще с ним разговор? Нет, никогда не был. Он изначально высказал позицию, что ему не нравится моя биография. Мне нравится моя биография. Я всю жизнь занимаюсь расследованием дел. Мне это нравится. Мы с этого, собственно, начинали, что вокруг вас всегда... были так несколько скандальных историй, поэтому, может быть, как раз в связи с этим... Я их не закрываю, я их направляю в суд, да. Поэтому это много кому не нравится. А ГПУ закончила расследование за владение Клименко трех с хвостиком, скажем так, миллиардов гривен. А ознакомилась ли генпрокурор с этим делом? Есть ли механизмы привлечь к ответственности Клименко и, скажем так, его группы? Смотрите, я не занимался расследованием Клименко, этим занимался Матиус Анатолий Васильевич, поэтому тут я комментировать не могу эту историю. Я помню, как она начиналась в 2016 году. Вам известно просто что-то больше, чем нам. Ну, я бы не хотел комментировать, оно бы повлияло на это дело, оно и так там несчастное. Пускай не буду я комментировать. Там, я насколько знаю, оно передано в суд или передается в суд. Ну, пускай судья рассмотрит. Угу. Сергей Горбатюк, я так понимаю, что тоже не идет на... А его уволили зачем-то? Его уволили. Ну, он тоже, во-первых, не пошел на переаттестацию, поэтому его уволили. Что будет с его группой дел? Ну, это надо у него спрашивать. Ну, ваше мнение, так как вы все-таки уже начинали с того, что есть, да, несколько групп, которые занимаются делами Януковича в разных аспектах. У меня есть опыт руководства следственными группами. При расследовании там особо сложных дел. Единственное, что в этой ситуации могу сказать, что нельзя увольнять Горбатюка без четкого понимания передачи процессов, которые находились у него в управлении. Но нельзя так делать. Можно даже если состав какого-то преступления есть причины, по которым уволить, все равно нужно обеспечить процесс перехода дел. Но если вы понимаете, это то, что я вот до этого говорил, это конфликт, который создан вот этими изменениями, связанными с реформированием, когда специалиста ставят перед необходимостью проходить аттестацию, которую он не хочет переходить. И тут надо в первую очередь учитывать интересы государства и следствия. Но не хочет он в такой способ, но надо было что-то другое, значит, это же все регулируется. Может, ему неприятно это делать. Вот мне я не понимаю, почему я должен идти на тест и отвечать на вопросы, которые... Зачем? Во-первых, чтобы вы понимали, все сидели судорожно, вся прокуратура учила тесты эти. Расчет тестов, тебе даются тесты, даются на них ответы. Их надо просто вызубрить. Вот люди сидели больше месяца, все прокуроры, побросали все дела. Это абсолютно незаконно. Побросали все дела и учили тесты, потому что боялись, что они их не сдадут. Это нормальная вообще ситуация. А теперь у них никаких гарантий у тех, кто сдал. Каким образом тогда нужно было построить процесс переаттестации или вот выбора действительно там лучших? Ну, путем собеседования это тоже очень такой субъективный момент. Я бы брал по показателям, смотрел бы, сколько человек закончил уголовных дел или поддержал государственное обвинение. Что ему удалось сделать? Хорошо. После этого смотрел бы, какие дела он закрыл или где у него не получилось поддержать государственное обвинение. Тут уже поразбирались. То есть, сначала ты видишь, что человек умеет работать, с другой стороны, ты видишь, что он позакрывал какие-то дела. Тут надо разбираться, то ли он взял деньги, то ли он получил какую-то команду, то ли там действительно состав преступления не оказалось. И уже после этого уже принимать решение, кто должен оставаться, кто не должен оставаться. А вызубрить эти вопросы и ответы, это может любой сделать.
Может, ну, с улицы можно прийти и выучить эти вопросы. Прокурор же учится, его государство тратит деньги, его как-то он растет, профессионально растет, чего-то нахватывается, куда-то вникает, изучает. Как можно их выгнать и взять с улицы людей, которые тесты выучили? Это все равно, что стоматолога с улицы взять, потому что он тесты выучил, и у него зубы лечить. Много действительно критики было в отношении процесса переаттестации. Вы сказали о том, что вам нравится ваша биография. Вот один из фактов вашей биографии – это незаконная надстройка над квартирами в дипломат-холл. Да. Расскажите, пожалуйста, вот как на духу, как все-таки есть? Есть ли у вас квартира в дипломат-холл? Есть ли там незаконная надстройка? Почему эта история всплыла только сейчас? Ну, история эта всплыла только сейчас, потому что срочно надо было какую-то картинку сделать на заседание комитета по коррупции известного, там, где телеканал ЗИГ прибежал, начал брать интервью. Поэтому сняли очередной сюжет, не проверив, не разобравшись и не вникая. Просто надо было картинку снять. Вот. Квартира у меня там действительно есть, она арестована на БУ еще. Господи, с какого же года, с 15 или 16? 16 года. Ничего в ней не поменялось. История с надстройкой – это вообще не моя история. Комментировать ее не хочу, потому что это касается вообще других людей. Единственное, что я в этой истории следил, чтобы никак не поменялась моя площадь, потому, чтобы я не менял декларацию. То есть, насколько я знаю, все разрешения есть там, поэтому история кончится ничем. Но на тот момент надо было взять картинку для вот комитета, потому что решили навалиться, собрать подписи депутатов. То есть, опять-таки, получается непроверенная информация, журналистское расследование, которое не соответствует действительности? Ну, вы видели там в сюжете что-то проверенное. Полетал геликоптер, снял какой-то этаж. А на каком этаже у вас квартира? 13. А этажей всего? 13. Ну, то есть последний этаж, чем может быть 14. Надстройка? Ну, у меня с моей квартиры туда даже выхода нет, чтобы вы понимали. Я поняла. Хорошо, вы как-то будете отстаивать свою честь? А зачем мне отстаивать? Я там ничего не нарушу. Отстаивать честь нашей прессы не буду. Это бесполезно. Пока не примем закон о клевете, это бесполезно. У меня нет механизма. Хорошо, а каким должен быть закон о клевете? Да, какой закон? Он раньше был. Его, помню, сейчас вот обсуждается закон о медиа, к примеру. Существовал закон о клевете. Он был, это была статья в Уголовном кодексе. Потом с каких-то соображений его оттуда убрали. Я думаю, просто его вернуть надо, он же был. Угу. Для того, чтобы каждый, кто обманывал, отвечал за это. А как сейчас продвигается дело по статье о незаконном обогащении? Вот есть информация, что вы настояли на том, чтобы суд не закрывал его, тогда как Рада соответствующую статью отменила. Это мое незаконное обогащение? Да. Да. Ну, там есть предыстория. Это дело родилось, потому что надо было меня сбить в свое время с конкурса на главу САП. Дело родил, по-моему, это журналист родил, я не помню. Угу. Команду давал Шабунин, это как секретарь комиссии. Ну, вот им надо было дело. Мы тогда с Жербицким приехали к Углаве, он говорит, ну что ты делаешь, что это же военный прокурор Силато, у него люди в подчинении, они же нужны дело там делать. Я тебе гарантирую, что они, я его курирую, я тебе гарантирую, что они там ни копейки нигде не взяли. Какое незаконное обогащение в зоне, то что вы делаете? И Углава тогда сказал, что, ну, говорит, понятно, это сделано для конкурса, 3 месяца пройдет, я это дело закрою. Все. И я с чистой совестью уехал, перекрестился, что не надо на этот конкурс, типа, потому что это идея Матиуса и Шокина была. И поехал в Силато. Только проблема в том, что потом определенные товарищи решили на этом деле заработать. И начали оббегать всех, кого я направил в суд или в тюрьму, и просить дать на меня показания. Вот чтобы вы понимали, у меня свидетель моего незаконного обогащения, значит, это 2 прокурора, которых я в Краматорске на 8 лет осудил за взятки, Сухинин и Гапеев. По 8 лет они получили за то, что занимались поборами в Краматорске, когда я там был. Один, третий свидетель, это Ружанский, это хулиган, который пострелял с пистолета ночью на перекрестке в Краматорске по местным жителям. Четвертый свидетель, это Семен Семенченко, который занимался углем в зоне АТО и там кое-какие преступления еще совершал. Дела мы расследовали. Скажем, не совершал, ну, потому что нам не дали возможность дорасследовать. Матюс собрал эти дела, у себя оставил. И пятый, это журналист, который осветил. Ну почему, вот и все мое незаконное обогащение. Вы думаете, кто-то из них что-то внятное сказал? Каждому из них пообещали, что будет им какая-то... Тем пообещали, что мы вам поможем в ваших уголовных делах. И реально там с позиции ЦПК вмешивались и в судебные заседания, ну, Центр противодействия коррупции, и в судебные заседания вмешивались, и в следствие, я знаю, вмешивались. Вот и вся история. Почему я должен соглашаться с решением антикоррупционного прокурора, который в суде со мной сидит,
что я совершил преступление, но меня спас Конституционный суд. Я ему говорю, я не буду с этим соглашаться, давайте разбираться по существу, мне надо чистый, оправдательный, потому что я потом собираюсь вас преследовать по закону. Вот и вся история с судом, поэтому она не закрыта. Угу. Сейчас его там передают в антикоррупционный суд. А, я правильно вас понимаю, что даже вот те расследования с какой-то непроверенной информацией, в принципе, там то, что в прессе выходит, это какая-то часть информационной кампании против вас? Да, конечно, какая же ты что же дальше? Если это так, то кто тогда за этим стоит? Ну, с кем это связываете? Потому что оно выглядит как-то двояко. Вот. Ну, конкретно фамилии нет. Я так понимаю, что здесь есть интересы демократов, которые через свои механизмы, это долго рассказывать, но элемент существует. Элемент давления, в смысле. Да, они организовали этот элемент давления через свои механизмы, которые они тут благополучно за эти годы завели в Украине. Это общественные организации, и депутаты, и созданные органы, такие, и СМИ. Вот. Это просто элемент давления медийного. Я на него не реагировал особо. Ну, пишут и пишут. А цель этого давления? Чтобы что? Цель давления – это подвести, я думаю, генпрокурора к тому, чтобы он принял решение о моем увольнении сейчас, а не в январе, когда будет переход в офис. Потому что сейчас мы дотягиваем расследование. Вот мы вшестером дотягиваем расследование. Мы работаем в три смены, потому что, вы понимаете, количество жалоб, которые мы отписываем, поэтому мы проводим следственные действия, еще задерживаем людей, арестовываем их, поэтому еще ходим в суды, и это все делают вот 6 человек. А было изначально сколько? 14. Больше, тоже немного, да. Нас особо не давали, нам особо разогнаться. Угу. Допустим, цель того, чтобы вас уволить раньше, и что это даст? Развяжет руки генпрокурору для чего? Да я не знаю, для чего оно ему руки развяжет. Ему это вообще, я думаю, его эта история вообще никак не касается. Я думаю, ему абсолютно все равно, существую я на работе или уволен я. Я не понимаю, зачем эти заявления, кому он сигналы эти дают. Угу. А что вы связываете с Игорем Коломойским? Потому вообще что вот ничего. В ситуации про этого года было, Петр Порошенко заявил о том, что вы получили приказ от него тогда, когда была серия подозрений его ближайшему окружению. Это полный бред. Ну какой приказ от Коломойского? Ну, я вас прошу. Подозрения, чтобы вы понимали, они были оглашены в том числе и Злачевскому. По Злачевскому, что ли, приказ давался? Это все было связано с тем, что было закончено дело по Курченко. Ну что же закончено? Было в марте. Там порядка 10 эпизодов. В принципе, всю деятельность, то, что занималась группа наша, занималась с 2014 года, когда нас периодически сбивали, потом мы опять возобновлялись на расследование. Мы закончили Курченко, получили разрешение судьи на спецрасследование и открыли адвокатам материалы дела. При этом, заканчивая Курченко, мы обязаны принять решение в отношении его соучастников. Поэтому были выдвинуты подозрения этой группе лиц, пяти. Для того, чтобы выдвинуть подозрения, вы понимаете, это работа, минимум год надо к этому готовиться, минимум в этой категории дел. Это не делается за месяц, не делается за два месяца. Нельзя сесть и написать просто так пидозу. Поэтому какие команды? Это просто было выгодно Порошенко сказать. Я же не виноват, что это так совпало с тем, что выборы проходили. Я же не должен не заканчивать дело и ждать, когда кто-то из них выиграет или проиграет, или еще что-то будет. Ну вот и все. Как у вас сейчас складываются отношения с Юрием Луценко? Вообще вот он никак. Сейчас вернулся из Лондона. Никак. Я считаю, что он неправильное решение принял, когда расформировал группу на несколько месяцев, потому что это серьезно по расследованию ударило. И так, в принципе, еле-еле мы после этого начали вычухиваться, и тут пришел новый генеральный прокурор и уже все добил, скажем так. Вот мы еще месяц поработаем, да, и все. Я стараюсь сейчас просто финализировать, хоть как-то, знаете, как законсервировать, финализировать доказательства и следствие, чтобы не потерять доказательства. Потому что все равно к этому вопросу когда-то вернется. Дело в том, что в этом деле, в экономическом, там наложен арест на 5 миллиардов гривен. Там 98 людям предъявлено подозрение. Там 20, я вам сейчас даже по памяти скажу, 42 дела мы направили в суд, 27 еще в судах. Нет, 27 осуждено, 15 еще в судах. Сейчас Бакулина еще направили. Нельзя зайти в процесс с нуля и со старта сразу включиться в процесс, следственный или судебный. К этому надо готовиться. Нельзя просто взять нового прокурора, то, что попытался сделать Юрий Витальевич, передать это дело другой группе. Они попытались, но даже изучить этот объем надо время. Угу. Два тома в день изучается скорость. Чтобы так финализировать, на
каком этапе вы оставите свою работу? Вообще Юрий Витальевич мне очень нравится, потому что он старался нам помогать всегда. Организовывать, организационные моменты, все. Ну, возможно, мы просто еще не успели наладить такую же коммуникацию с нынешним генпрокурором. Да, да. Хорошо, давайте с вами попробуем финализировать. С чем вы оставляете работу своего отдела, группы, точнее, ГПУ? Как считаете, будут дальше там развиваться дела, уже без вашего там участия? Смотрите, в чем проблема? Сейчас происходит передача дел в связи с тем, что прокуратура утратила функции следствия. Значит, до 21 числа мы должны забрать у следователей дела и передать их в НАБУ, в ДБР по последственности. При этом это уже необратимый удар для расследования этой категории дел. Это не дело 20 томов, не дело 15 томов. Эти дела, когда они многотысячники, этих людей, как по Майдану было принято решение, следователей и прокуроров с этой категории дел, их надо куда-то переводить. Если вам не нравятся люди, значит, организуйте так, чтобы была преемственность какая-то, чтобы в течение пары месяцев там новые прокуроры и следователи вникли в эти дела. Вот. То, что сейчас происходит, это бросание дел. Ну, я вам скажу, просто нет смысла и нет механизма, нет возможности дальше проводить следствие. Вот месяц так еще это можно. А к чему это приведет тогда вот такое количество дел, которые бросаются? Ничего, будет лежать, все. Адвокаты повыигрывают процессы, соответственно, потому что будут нарушаться права их подзащитных в связи с тем, что дело будет затянуто по вине прокуратуры. Ну, это понятно. Угу. Все похлопают в ладоши, скажут спасибо. А вот этот турборежим, который сейчас в ГПУ начался по поводу обвинений нынешним чиновникам, прошлой власти чиновникам? Я не сильно слежу, я вам серьезно говорю. Это для медийной картинки или это действительно тоже какая-то уже пошла активная работа? Не скажу, я не сильно слежу. Я за этим не слежу, потому что мы еле успеваем делать то, что у нас на столах завал. Кому там бродили? Как-то не так все, конечно, как в новостях. А кому все предъявили? Так какие новости, это кто-то картинку делает организованно. Поняла. Ну, по вашему мнению, если так финализировать, то реформа ГПО, которая сейчас планируется, со следующего года должна начаться, ни к чему хорошему она не приведет. Да я не хочу оценивать. Для меня это понятно, что ни к чему хорошему не приведет. Оценивать публично это, ну, не хочу это публично оценить. Вот. Я знаю, что у меня бросается недопредельное подозрение Фирташу, проект лежит, бросается проект подозрения Ставицкому лежит, потому что я не успеваю его дочитать. Ну и еще там пару человек, которые являются бенефициарами ситуации. И это все просто придется бросить, это просто очень, очень обидно. Но я стараюсь это все законсервировать, чтобы хотя бы к этому можно было потом вернуться, когда пройдет эта волна вся. Вот так это выглядит. Посмотрим, как будет на самом деле. Спасибо вам за интервью. Да, спасибо, что пригласили.